Сегодня в работе был вот такой вот шоссейный кубик. Приехал он с одной проблемой. Плохо переключались переключатели. То есть переключатель видно, что падал. Петух был довольно сильно кривой. Цепь была не смазана. Работало все не очень четко. Соответственно, поправили петух. Настроили передний переключатель, настроили задний переключатель, предварительно их помыли, компрессором продули. Посмотрите, какая пружинка чистенькая, блестящая. До этого было просто большое количество пыли и грязи на нем. И, конечно, самое интересное, это рубашки и тросики. То есть, смотрите, как они отрезаны каким-то канцелярским ножом по диагонали, сикость-накость, все вылазит. В чем вообще проблема? То есть, обратились в какую-то мастерскую весной, не будем называть название, там вот это вот все сделали. И со временем, понятно, что металлическая вот эта проволока вылезает, но когда вот это вот все криво-косо стоит, то начинает цеплять об тросик. Тросик начинает хуже работать. Плюс тросик со временем закисает, и, соответственно, необходимо либо подрезать кончики рубашек, либо полностью менять рубашки и тросики на новые. Потому что все внутри в грязи, все ржавеет и так далее. Вот чем мы и занялись, да, соответственно, поменяли все на новые тросики рубашки, помыли оба переключателя, поправили петух и все настроили. Дальше в разрыв вставляются вот такие вот бобышечки, вот эти вот штучки. Внутри них было огромное количество песка и пыли, прокрутить это было невозможно, тоже это все отмыли в безжирке, и у Jaguar там буквально два оборотика. То есть, если хотите нормально все это отрегулировать, желательно ставить, конечно, китайские, у которых очень много внутри витков, чтобы можно было сильнее регулировать натяжение, особенно переднего переключателя. Вот, ну и видно, что велосипед падал. Такие вот у него были удары. То есть, скорее всего, это и привело к тому, что петух стал вот такой вот кривенький. И из-за этого стало хуже все работать. То есть, следите за велосипедом при необходимости. Вот, подрезайте рубашки. Особенно на шоссейных это важно, потому что здесь четкость требуется очень большая. И передняя звезда, она же приспособлена работать не с тремя звездами, как на горнике, а практически со всей кассетой. Поэтому у переднего переключателя там несколько положений. То есть следите за частотой рубашек и тросика, чтобы они были новые, не закисшие, чтобы они были всегда подрезанные, аккуратные, чтобы сзади вот петелька была побольше. Потому что здесь сейчас в два раза больше рубашки, чем было до этого. То есть до этого был какой-то такой короткий обрубок, который вот здесь заламывало. И обращайтесь, соответственно, в те мастерские, где вам все нормально настроят, и не надо будет каждые полгода все это менять.